поделиться этой передовой технологией со всем миром. Поводов для беспокойства нет. Процедура вакцинации абсолютно безвредна, что было подтверждено многочисленными медицинскими исследованиями в разных институтах нашей необъятной Родины. Высшее руководство страны во главе с Андреем Леонидовичем Хрущевым... Петров, скотина больная, правдолюбец, долбанный, мать его. Сколько крови пролил, так теперь из-за него побеги мутил. Вряд ли Петров хотел подобного результата. Он не генетик и не селекционер. Он не мог предугадать всех последствий сбоев. Тогда нехрен было его устраивать. Столько людей полегло. А этим с побегами вместо башки вообще пришлось умирать дважды. Сначала от роботов, а теперь вот от меня. Моральная позиция Петрова не подлежит оправданию. Тут я с вами полностью согласен. Да нахрен Петрова, он уже сдох. Людей жаль. Я после войны служить остался, чтобы вот этого всего не случалось, а тут... Мне искренне жаль, товарищ майор, что все так получилось. Ёбаный бобаный, а?